Здорово, народ. Итак, сегодня мы поговорим о GTA San Andreas и в чем же заключается суть этого видео. Я обращаюсь к тем людям, которые купили SAMP, то есть San Andreas в Steam. Ну и те, кто снова в Steam, тоже можете посмотреть для общего развития, как бы так. Вот, я как бы купил и с другом начали гамать в эту канитель. Вот, и я у него на Steam, но он все сделал быстро, у него все работает. Я пробовал устанавливал, и мне не находила эту стимовскую версию в папке. Я указывал, она не находила почему-то. Вот. Итак, вы должны будете перейти по ссылке. Вот. Ну, сканчиваете обычный. Вот. И кину вам ссылку. Вот второй вот это вот вы скачиваете. Это сам мультиплеер. Вы скачиваете и потом будете устанавливать, но перед этим вы должны будете сделать зайти на ссылочку GTA SA. Это как бы такой скрипт, который позволяет вам будет заходить и находить именно для Steam версии. Вот, я вам кину ее, она будет на Яндекс, я ее залью. А вот у меня сейчас не откроется, потому что она уже стоит. Вот, но там то, что вам надо будет указать папку, где находится именно Steam версия вашей игры. Вот. И она начнет устанавливаться. Устанавливается после чего вы устанавливаете сам. Вот. Он у меня сейчас будет. Да, я согласен. Вот. У вас сначала вот это выбьет, но вы будете искать свою папочку. Компьютер, диск D. Где у меня здесь Origin? Здесь Steam. Где мы Steam? А, вот. Так, вот, потом мы заходим в Steam Steam Apps. Здесь. Так, он. И выбирайте, какую вам надо игру. Но на данный момент мы проходим вот это вот. Нам и нужно GTA. И вы нажимаете ОК. После чего видите, у вас появилась эта инсталл, то есть, ну, закачать туда. Вы нажимаете, у вас все начинает работать. Отменить. Да. А, вот. Где она у меня? После чего вы уже установите, у вас будет вот такая много всяких херни здесь набросано. Вам нужно будет вот сам. Вот. И вот после чего можете уже добавлять и заходить со Steam версии. Также я бы хотел сказать, у тех, у кого Steam версия и кто зайдет, то вот это будет просто на английском языке. Кому нужно будет русификатор, вот, а Steam версия хорошая, я вам скину под видео ссылочку. Скачивайте, устанавливайте, там очень все просто, сами разберетесь здесь. Ну, на этом все, дорогие друзья, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Всем спасибо, удачи, пока.